Всем привет, с вами Диман Джексон. Сегодня будет тест производительности на Hitman 2016. Настройки я выкрутил на высоте. Вот, монитор, конечно, не Full HD. Если вы хотите видеть все новинки Full HD, то ссылочки на Donation в описании. Вот, так что... Итак, 35 FPS. Очень даже неплохо, но бывают местами фризы. Из-за того, то, что память забивается. Так как память забивается, мы тогда графику уменьшим. Тени тогда. А средние, качество тени, тогда среднее. Так, давайте попробуем. Итак, тут, конечно же, все поменьше. Вот. Сейчас фризов не так уж много. Но, тем не менее, поменьше. Если будут фризы, то, конечно же, сбавляем все настройки, чтобы это все тестировать. Итак, как мы видим, графика не очень-то особо мыльная, но через GeForce Experience Shadow Play это все записывается. И может немного качество пострадать, так как память забивается, могут быть задержки. Так вот. На чем я остановился? Да. 50 FPS, 45 именно. То есть там, где людные места, там, где машины стоят, вот там уже FPS убавляется. Если посмотреть на левую сторону, то FPS уже растет. Потому что нагрузки на процессор нет. Вот так все, в принципе, отлично. Все забивается. Вот. Так что будем тестировать. Итак, давайте пройдем. Так, вроде бы ничего такого плохого нету, но я думаю, на Full HD там минус 20 FPS вот, будет, ну, может даже больше. Итак, нам надо найти дом. Так, скутер. Ага, то есть можно скутер взять и поехать, да, я так понимаю. Итак, все у нас стабильно, 60 FPS в таких местах. Так, гаечный ключ. Так, вроде бы никакого мыла нету, все на высоких, тени на средних, оптимизация хорошая. Для зеленых, а может быть на красных еще лучше. Вот, так что вроде бы таких глюков нету и багов, все хорошо выглядит. Ну, на Full HD картинка более-менее будет. Так, вот опять у нас фризы пошли, подгрузка, угу, текстура. Вот, так что можно опять снова тени сбавлять, потому что когда тени высокие, то всегда такая вот происходит. Если опять что-то будет не так, опять же снижаем настройки. Итак, как видим, память стала поменьше кушать. То есть он там 2 гига, с чем 2 гига и 26 мегабайт. А сейчас уже около 2 практически. То есть тени нагружают видеопамять. Так. И, конечно же... Так, что такое? Упс. Не надо, не надо, не надо. Извините меня. Надо переодеться. Ну, надо было в переулке кого-нибудь найти. Так, ладно. Тут опять их двое. Так. Никого тут нет.
И куда мне? Ага, вот куда можно. Ну все тогда. Нас никто искать-то не будет, да? Лысенький. Итак. Спрятаться. Ну, неплохо так. Хитман идет. Упс. Там уже паль. Такс. Ключ от церкви. Вот так вот сделаем, что можно наслаждаться. Ой. Не так я все сделал, конечно. Опять? Что такое? Нет, ты меня не найдешь. Уже FPS уже уменьшается. Я человек холод. Отстань от меня. Ведьма такая. Так. Ну, вроде бы, да, просадки бывают, кстати. Небольшие, но бывают. Так, надо там. Ой, опять. Чё она бежит за мной? Нормально, да? Чё она за мной будет бегать? Так, вроде бы все тут спокойно, но нормально. Так, давайте тогда посмотрим другую миссию. Все-таки Хитман нормально идет. Ну, на Full HD там было бы еще и просадки. Были бы. Были бы. Так, 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 так. Миссия клуб. А это что такое? Подтвердить. Good afternoon, 47. Так, ну да ладно, начнем. Настройки я пока снижать не буду, выглядит неплохо. Я когда в прошлых видеороликах там а и третий был 21-20, он там похуже он работал, чем здесь. Вот тут 40 FPS. Вот тут потому что, во-первых, людно, может быть поменьше. Такс. Ну да, тут очень людно. Вообще очень людно. Настроить клавиатура, конечно, я еще пока что не разобрался. Такс, ага, вот.
Смотри на задание на F1. Чего такое? Так, а нам надо... Ой, не то, F1. Карта. Ну да, в принципе, похоже, как в Хитмане. Цель, Клаус. Ну да, то же самое. Ну, неплохо так. Людно. Может быть, это карта самая прожорливая, наверное. Ну да, есть фризы, да, есть. Есть, да. Так, а что если снизить сглаживание? Ну, высоте. Ну, высоте на высоте сделать. И сглаживание фикса. Ну, тут что-то мыльно уже идет как-то. Либо текстуры подстраиваются уже. Но мыльно, мыльно. Вот прям видно, что мыльно. Либо это из-за сглаживания сейчас. Скорее всего, из-за сглаживания. Да, да, это из-за сглаживания качество ухудшается. Ну, тут вообще уже все. Тут уже FPS падает. Тут уже на полную катушку. Тут очень людный эффект и все такое. Так что сейчас тогда настройки снизим. Потому что это не делает. Фильтрация. Так, качество тени выключить. Потому что это тоже нагружает. Так, ну сейчас более-менее стало. Не так уж сильно лагает. А, вот. Не фризит, ничего. Так что все приемлемо. Все спокойно. Вот. 30 FPS играбельно, да. Ну вот, на Full HD там уже надо настройки на среднее сбрасывать. Сейчас попробуем. Так, настройки графика. Так. Тогда вот на среднее и на среднее. Вот так вот. Ну, то есть на FPS 11 больше. А что такое? А как взаимодействовать? Там же как-то можно же взаимодействовать. Ну, у. Возможности. Что за возможность? Я чуть не могу понять, что за возможность. Не знаю, как даже взаимодействовать. Потому что я еще и обучение это полностью-то не прошел. А надо было. Вот. Ну, на средних уже 1,5 гигабайта. Ну, тут максимум 4 гигов надо. Для этой игры, потому что и графика неплохая. Вот. Так что, думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.